Всем привет, с вами Greenight, и мы продолжаем Assassin's Creed Odyssey. Ну что же, как я помню, несколько дней вообще не играл. Мы находимся в загробном мире. Точнее, ну типа да, в загробном мире, но находимся мы в мире Персефоны. То есть жены Аида, это куда она спряталась. Точнее, создала свой мир, где она правит, где она... скажем так, кайфует от всего, что происходит. То есть тут ей все подчиняются. Оу, а это что у нас такое? Жезл Гермес Триксмигдис. Чтобы улучшить жезл, используя откровение хранитель, который можно найти в... Ага, понял. Так, очко способностей. Чтобы... А, мощный удар. Да, мощный удар будем прокачивать. Так, едем дальше. Есть у нас несколько квестов, которые мы должны сделать, чтобы вот это размерчик. А, ну чё так фигово? Значит, этим Зевсу Посейдону приделали, а тут не доделали. Ну так неинтересно. А чё она такая плоская? Эй, Персефон, ты чё? Капусты мало ела? Ну да ладно, синхронизируемся. Улучшение жезла, я так понимаю, там где-то светящиеся... столбы, не столбы, короче, что-то светится. Здесь сейчас не видно. Но когда мы сейчас вот так вот сделаем, наверное, да? Так, здесь нам не видно, да? Фигово. Значит, спускаемся обратно... А, ну ладно. Спускаемся обратно вниз. И да, вот эти вот столбы, наверное, там и есть улучшение. Чё по квестам? Гермес. Любовник. Воспользуйся крыльями Гермеса. 600 метров. А, ну окей, давайте. Вот это 600 метров. Куда? Ага. Ну, пойдемте. В принципе, от первого загробного мира Ориджинса, не помню, как звали первую мумию, ну, тоже поля были там, но здесь маленькое, там все желтое, здесь все такое зелененькое. Ага, поплыть. Ну, водичка, естественно, тут чистенькая, рыбка водится. Нам туда в пещеру куда-то или что? Наследие Дев Калиона. Так, а по квестам у нас... спуск на крылья Гермеса. Ага. Ага. То есть это центр у нас. Тут перемещение. Ну, идем бы зачем-то туда по квесту. Ну, да ладно. Там как раз точка синхронизации есть, если что. Поэтому, думаю, нормально будет. А есть что-нибудь? Да, там что-то наверху есть. Но... где наш Фобос? Ну, тут с нами Фобос. А не как там... неизвестный скакун. Да слезь ты. Чую, мы тут не проедем. Хотя, может, проехали бы. Возможно, да. А что там? Забавно. В текстурах. Что-то... звук какой-то интересный был. Так, вон лодка. Но нам надо туда. В любом случае. Интересно. Что-то как-то маленько пустовато. Лодочку возьмем, проще будет, наверное. Это типа ворота, что ли, какие-то, как-то звук какой-то или... какой-то странный звук. Ну, поплыли. Раз Фобос нас не хочет возить туда. В смысле, да ты поверни, ты чё? Давай.
Оба-на. Как-то он не хотел поворачивать вообще. Интересно. Ну, допустим. Точка синхронизации там выше. А, ну вот, это, да, про то, что я и говорил. Крылья Гермеса, Республика Гермеса для быстрого перемещения между связанными областями. Переместиться. Малака, как быстро! Ну да. Мы были вон там внизу. Ну да, это вместо того, чтобы лезть на своих двоих, скажем так, мы просто взлетели. Рухнувшая башня. Давайте сначала точку синхронизации заберем. Я так понимаю, крыльям Гермеса мы не умеем перемещаться. Точнее, мы не можем, да. Это чисто лифт. Будем называть это лифт. О, тут весело, тусят все. А нам он туда на самый верх. А можно было у меня туда переместить и не париться вообще об этом? Кентавры. Кентавры. Ну, давай. Алексей, ты чё? Да, молодец. Что тебе мешало? Цепляется везде, но не везде. Водопады. Ну, короче, область ограничена вон водопадами. За ними просто тупо ничего нету. Неинтересно так. Так, там он какие-то врата или табличка какая-то здоровая. Блин, значит, не видать. Ну-ка. Вон. Ну, типа арки или как правильно называется. Как-то так. Есть что-нибудь? Это что? Рухнувшая ба... А, ну это понятно, это точка синхронизации, что-то мне ее... Я думал, он самый низ решил сигануть. Ну да ладно, хорошо. Ой, я думал, этот Сократ, блин. Ну а может и похож, просто без бороды. О, что такое? Куда? Зачем? Я не хотел. Я хочу покинуть Элизий. Помоги сбежать, и ты меня больше не увидишь, обещаю. Я бы рад, но Персефона хочет, чтобы ты остался. Чуфон меркает. Когда мерцает. Ты поймешь, что ты для нее лишь игрушка? Думай, что говоришь. Остынь, не то Персефона оскопит тебя. О, я забыл. Она давно это сделала. Красавчик. А чё она плачет? Прикольный водопад. Разве мертвые чувствуют боль? Я один из немногих несчастных живых, застрявших в Элизии. Ты несчастен? Почему не сбежишь? Я пытался. Но если Персефона хочет, чтобы ты остался, живой или мертвый, ты остаешься. Аид многому ее научил. Значит, ты тот самый источник неприятностей. Адонис, к твоим услугам. В распоряжении Персефоны войско, под ее властью почти весь Элизий. Очень скоро ее неприятностям конец. А если я помогу? И зачем это нужно тому, у кого впереди целая жизнь? Персефона держит обитателей Элизия на привязи. Я хочу освободить их. Из всей лжи, что я слышал здесь, это лучшее. Кому какое дело до мертвых? Попробуй еще. Мне нужно в царство Аида. Если из Элизии можно сбежать, свергнув Персефону, я помогу. Почему же ты сразу не сказал? Слышала, любимая? Ему нужно в царство Аида. Я попаду туда в любом случае. Но можно ведь и помочь друг другу. Знаешь что? На юго-западе отсюда находится крепость трех сестер. Один из оплотов Персефоны. Убей смотрителя,
Укради сокровища Персефоны, уничтожь факелы Гипноса, не привлекая внимания колоссов, и, быть может, я смогу тебе доверять. Расскажи о смотрителях. Самые доверенные и опасные слуги Персефоны. Глаза и уши Элизия. Без них царица будет слепа и глуха. Факелы Гипноса? Творение бога сна. Эти факелы дают Персефоне власть над умами людей. Чтобы погасить их, уничтожь их сердцевину. Колоссы. Не нравится мне это. Они защищают смотрителей. Колоссов лучше не будить. А если прольешь кровь, они тут же проснутся. Почему источник неприятностей ты, а создаю их я? Ну что тебе сказать? Моя стихия — любовь, а не война. Тебе везет. Я умею все. Да-да. Так, власть над областью. Чтобы ослабить власть Персефоны в Элизии, необходимо понизить ее влияние в каждой из областей. Убивайте и освобождайте воинов, или освобождайте воинов Ису, уничтожайте дары мраморной деви, факелы Гипноса и припасы. Крадите сокровища из сундуков Элизии, убивайте смотрителей. Понял. Понял, принял, погнали. То есть у нас 4 области, 4 смотрителя. А, у нас есть какие-нибудь кузнецы, улучшения? По-моему, тут это... А, вот есть, кстати, кузнец. Было бы неплохо туда сгонять. Так, ну это да, это вот получается первый смотритель. Ну, соответственно, нам сюда, наверное. Ну, давайте. Улучшать нам пока особо-то нечего. Денег, наверное, у нас и ресурсов-то тоже кот наплакал. Ну, да, в принципе. Тут много выбирать не придется. Так, это я вот вниз улечу. Ну, я, в принципе, и так могу быстро спуститься, не разбившись. Тем более, что у нас копье максимального уровня. Все путем. Нет, мне туда не надо. Я лучше вот так вот. Нет, Алексиус, я хотел по-другому. Но и так сойдет. А, тут глубоко, да. А, нет. Зараза, остался. Так, нам туда. Давай-ка, Фобос, прокати меня. Кто-то совсем расслабился в последнее время. Но мы туда взлетим опять на крыльях. Это будет самый быстрый способ. Наверное. Это ж крылья? Ну да, крылья. Ну, полетели. На Фобусе, чё бы нет. Но вот загрузку можно было бы и не делать, если честно. Это глупо. Просто белый экран и просто персонажа перемещать. Допустим. Блин, там подсказка какая-то вылезла. Так, ага. Это я понял. Здесь так, давай. Победительные стражники. Колоссы могут вступить в бой, если рядом с ними сражаются или пользуются определенными предметами. Например, открой откровениями хранителя. А, то есть вот это вот колоссы, да? А что, они сложненькие, да? Допустим. Так, все отмечаем. Ага. Это я понял, вон смотритель самый главный. Так, ну тут мы, походу, надолго. Если мы аккуратненько не будем действовать, нам будет плохо. Ну, отметься, где ты? Вот, спасибо. Ну, такое себе. Вот интересно, они прям реально? Вот что вот у нас? Ну, давайте попробуем. Ага, ну... Вот так вот. Давайте зарядимся.
Ну, он хорошо ему вмазал, я бы сказал. Я просто хочу проверить, насколько он сильный. Ну, такое себе, да, в принципе, их легко. Воу. Нормас. Нифига, сколько с него бабла высыпалось. Я буду их убивать. Поезд, стражу Иса. А давайте посмотрим, как смотрится. Мне просто интересно. А, ну туфта. Лучше вот так. Туфта. Так, ну идем дальше. А, давайте налево пойдем. Но они... Они, ну, как сказать, не сложные, в принципе, мы их убиваем. А чё? А в смысле? А это как? Понял. Не сразу заметил. Так, убьёшь одного? Исчезни. Так, по стелсу можно работать, хорошо. А, понял. Блин. Ладно. Нифига, чувак, не выйдет. Блин, да ты что, издеваешься? Ладно. Дай-ка вот так вот его. Не, чувак, нифига, нифига, не выйдет. Ой-ой-ой, нифига, какие дерзкие. Так, но он умер. Ты чё? Ай, ты как успел промазать? Все хорош. Это который ходил просто, да. Стрелы, хорош. Так, здесь вот наверху что-то есть. Ну, естественно, вот мы забираем тут ресурсы. Ну, лук, неплохо. Правда, он нам нафиг не нужен. Припасы. Уничтожаем. Точнее, забираем, потом уничтожаем. Ну, пойдет. Так, как-то аккуратненько надо. По стелсу. Умер. Хорош. Это... Блин, а этого мы не убьем, да? А, хорош, отлично. Зарядились неплохо так. Трупы исчезли, соответственно, никто нам не помешает. Никто нас не спалит. А, больше этих я не вижу. Так, ты умрешь? Да ну, не, ну ты серьезно. Ой-ой-ой, больно. Просто не хочу на него тратить подкос. Шлем элитного бойца Ису, золотой. Ну, понятно. Золотой шлем, нафиг. Будет как... Обычный шлем полимарха, только золотой. Так, ну, допустим, он идет сюда. А мы его скрыто убьем. Умри. И исчезни. Спасибо. Так, ты отвернулся, молодец, я заберу просто вот это вот дело. Хорош. Молодец. Так, ну тот не согрелся, уже хорошо. Блин. Он так медленно идет, мне это раздражает. Это и слепой дядя. Умри только, пожалуйста. Х.
хорош. Ну, да, этого тоже можно сейчас прикончить. А как? А. И все. В смысле? Ты чё, офигел? Телепортер чертов. Ай, тихо, я тихо хочу вот так вот. Потом... Оу. Ты смотри, скотина какая, а. Ты чё, офонарел? Ну, так-то ты умрёшь точно. И... конечная. Ну, хороший с них лут, я их буду убивать. Это нам пригодится. Так, что-то еще, да? Эгея, царица амазонок. А, понятно. Понятно. Ну, типа, также ослаблять, чтобы она осталась без охраны. Блин, вот этот звук меня раздражает. Умри, пожалуйста. Для меня. Хорош. Блин, этот не сдохнет с одного удара. Ты сюда? Подойди сюда. Я совершенно точно что-то слышала. Да не, тебе показалось. Умрешь? Нет? Плохо. А так ты точно умрешь. Да все, харе. Можно не заканчивать серию, потому что, ну, без надобности, я бы сказал. Ну, ты слепой. А если мы разгонимся? Да, с разгона можно. Так, что у нас здесь? Припасы опять. Это мы тоже забираем. О, точно, факел. Так, господи, сигнальный огонь, ты твою... Ой, блин, нафиг туда лез. Так, ловушку на всякий случай. Чтобы никто не пришел на подмогу им, а то и так фигово. Так, а главное где? Главное у нас... А, главное у нас здесь. Тогда мы пойдем туда сначала. Прилетели. Хорош. Тихо. Умирай. Кровавый кинжал Ису. Так, ага. Что, никого больше так не интересно? В смысле? Козел. Вот так вот. Вниз. Хорошо. Кому урон нанес? А, понял. Чё, не? Кто-то жил. Ладно, не страшно. Успокойся, дядя. Давай, убивай его. Ух ты! Какой ты дерзкий. Но тебе это не поможет. Так, там идет. Пошел. Кабана. Как легко. Не, ребят, не получится. Нифига. Так, тут я вроде бы все забрал. Да. Идем вот сюда. Наверх. Щит остался. Ну, как там так лежит? Ну, блин, бред. Неужели нельзя было сделать, чтобы он падал до конца уже? Фигню сделали. Еще припасики.
Ну, тут-то у нас вроде все отмечены. Поэтому не сильно страшно. Ага. Умри. Благодарствую. Ага, я понял. Аси мы сиганем. Не получилось, да? Воу. Так, тихо. Успокоились, ребятки. Че, он там сдох, да? Хорош. Ну, сейчас. Воу. Че-то ты жесткий. Не, чувак, не пойдет. Тихо, спокойно. Так, я подлечусь лучше, на всякий случай. Умри. А тот не слышал, да, звуков боя. Ну, такое себе, если честно, тоже. Так, мы как-то на него сверху можем, да? Не просто же так он стоит там. Хобана. Ну ты... Так нечестно. Ну давай. А потом ты умрешь. А, там где-то он сокровище еще. Тянем время. А, хотя зря, да. Точно. Так, это у нас казна. Давай. Блин, ну нафига вот это вот долгое ожидание? Понятно, зачем. 4000. Хорошо. Ну, тут, по-моему, мы нафармим неплохо так. Кованое копье Иссу. Так, получается, одно сокровище осталось. Которое... А, нет, два сокровища. Еще один капитан. Так, тут мы тоже все забираем. Так, одно сокровище где? А, где-то там вот было точно. Потому что больше нигде нету. Да, вон оно все. Последнее сокровище, и как раз можно будет идти за капитаном. Точнее, там капитан. Там смотритель. Так, что у нас по... Так, это фигово. Давай, мочи его. Подкос. Все, умер. Сомнительная победа, если честно. Иди сюда. Кто? Что? Когда? Давай, отравляй ее. К смотрителю пойдем полностью заправленными. Да, такие звуки никто не слышал. Ну, бывает тоже. Это было опасно. Привет. Чувак, не, щит тебе не нужен. Успел. Да, с кинжалом как-то быстренько, сподручненько все получается. Поэтому мы постоянно, кстати, с ним бегаем. Ну и плюс он отравленный. Все, а что тут у нас? Гипнос. Где гипнос? Наверху. Я понял. Так, там один остался, да и черт бы на него на самом деле. Под защитой могучих колоссов. Ну-ка. Да ты издеваешься.
Ну, полетели. Давай летать. О, 51 уровень сразу. Все? И все? Настоящая царица амазонок. Покойся с миром. Блин, мы ее не рассмотрели, если честно. Снаряжение лучше, да? А чем? Ой, какой корабль. А вот это снаряжение. Чем мы получили-то? Так, здесь нифига. А, здесь тоже нифига. Здесь нифига. Здесь тоже здесь. А, ну, это понятно. Это в тень. Вау. А вот это мы... А, это как... Это как раз мы когда, видать, в подземный мир переместились, я, видать, не увидел. Так, ну больше у нас ничего нету. У нас есть только навык, который мы все делаем сюда. И хорошо. Вернуться. Понял. А, можно переместиться, да? Будет, да. Только главное выйти отсюда. Жесть. Вот это полет. Оу. А тут, кстати, вопросик же есть. Давайте посмотрим. А, дары Персифона, уничтожьте дары мраморной деви Персифоны, чтобы область, да? Ага, понял. Кто куда? Че, не? Ты дурак? Грёбаные роботы. Забрал. Вот это что ли уничтожить? О, хорош. А, еще где-то есть, да? Так. А, вот здесь, получается, нам надо сюда. Вообще бы сюда еще сгонять. Ну, давайте вот сюда на вопросик. Потому что область-то не полностью. Область же не полностью у нас пройдена. Ну-ка, Фобос, покажись. Ох ты, вах. Прям вах. Ну, у нас Лукаида есть, кстати. Будет в тему. Будет в тему. Теперь, кстати, наверное, лучше огонь будет качать тоже. Чтобы от него урон тоже хороший приходил. Какие-то странные звуки из этих колонн исходят. Блин, ты плавать не умеешь, да? Ты тоже не умеешь плавать. Потухни. Вот, ну, он же поплыл. Ну, в чем проблема со мной плыть? Я не понимаю. Блин, прикольный, прикольный. Так, что здесь? Ну, давай, отметься, чтобы я знал. Рука Аида. Сожгите припасы, все, понял. Ну, давайте. Все же... Новое место, интересно все это дело. Так, у нас есть один заряд. Так, куда? Нет? Эх ты. Будем стелсить по-жесткому. На свое зрение только будем надеяться. Здрасте. Хорош. Все забираем. Так, это мы забрали сокровище. Астаркон, да? Хорош, я понял. Я понял. Только бы... Ладно. С 4. А, ну это, естественно, разрушить же надо. Блин, там можно было стрельнуть. Так, а где Старкон? Ну его и долго искать не хочу. То есть он здесь? А чё ж вы такие? Блин, надо было прочитать, ну да ладно.
Да вот потом с такой высоты ты ему урона должен больше наносить. Вот это, кстати, не продуман. А, в смысле навык. Я ж качнул. Очко способности. Ну ладно, огонь качаем. А нам в ту сторону. В сторону кузнеца. Вот сюда. Потом вот сюда сходим. Фобос. Где мой огненный Фобос? Поехали, дружок. Первый ресурс деревяшки. Можно где-то проехать, где нет воды? Ага, черт с два, да? А, ну вон. Что-то да, в принципе, дорога же была. Нам туда наверх. Ну, смотрится прям ништяково. Смотрится прям ништяково, я бы сказал. Это типа взлет, да, у нас? Да. Руины и... Так, и Как там, короче... Ну, короче, как-то так. А, ну давайте сначала сюда сходим, вниз. А, внизу. Ну, давай. А чё, ну ускоряйся, Фобос, чё ты? А, ну вот дары. У меня есть чем? Да, есть. Залетел. Куда? Сюда. Сюда. И обратно. Ну, возможно, а возможно и нет. Иди сюда. Ну-ка, давай-ка ты меня за... Ах ты козлина. Да еще и промазал, да ты чё? А я тоже умею стрелять, если чё. Правда, не так, но могу. Умри. Жестянка, блин, консервная банка. До свидания. Да сломайся ты. Да собери ты, господи, что ты делаешь? Где там мой огненный Фобос, которого видно за километры, блин? Ну иди ты сюда, куда убежал. Так, теперь нам он туда наверх. О, в смысле... то есть за уничтожение мне дают навык. А, понял. Так, урон от огня увеличиваем теперь. Потом все остальное качнем. Значит, будем разрушать, уничтожать и все прочее. В принципе, судя... Ну, по логике, то есть игра, когда выходила, ты должен был вкачать уже все, и придя сюда в DLC, ты должен прокачивать дальше, как бы дополнительно, как там сделали. Но поскольку у нас на это нет времени, мы идем просто дальше и вершина мятежника. Понял? Подходи. У нас 42 тысячи. Ты чё? 50% нам очень хорош. Давайте оружие качнем. Это нам самое важное сейчас. А лук, наверное, не буду. Давайте снаряжение качнем. Пускай... Ага, кожа кончилась. Надо разбирать. А может, у него просто кожи купим? 3000 кожи у него. Ага, я понял. Давайте купим максимально сейчас кожи. Ну, вот так вот, например. Ага. Сделаем улучшить нагрудник. Потом сделаем продать. Вот это вот продадим. И, в принципе, вот тут вот продадим. Спасибо. Да, блин, лишнее нажал. Улучшим тапки. 625. Разберем одну фигнюшку.
Да, все хватает. И улучшить. Так, хорошо, да? Все, в принципе, остальное под... Так, по гравировочкам, что у нас тут? Это все у нас остается. Может, урон обоина? Мы в основном навыками мочим. Давайте-ка, наверное, да, удар героя сюда добавим. Точнее, мы добавим, наверное, ко всему. Так, а здесь у нас что? Тут у нас так остается. Здесь у нас что? Урон воина, нет, удар, удар героя. С лука мы почти не стреляем. А, в принципе, удар героя, ладно уже. А, урон от всех способностей, да, давайте. Боевого ключа раз после убийства. Нет, это тогда воина остается. А, горючим маслом. Я вот это, кстати, хотел. Но сейчас у нас этого нету возможности, скорее всего, да. Давайте дальше пойдем, посмотрим. Так, тут остается также. Все стрелы пробивают щиты. Нет, ладно. Все вот так вот вставляем. Если что-то понадобится. Видимо, максимальное количество гравировок на это дело. Пускай так и будет. То есть сейчас у нас очень хорошо навыками будет мочить. Заберем точку синхронизации. Я хочу нас... Ох, ёшкин кот, как время-то быстро летит. А это очень плохо, кстати. Мы почти ничего не сделали сегодня. Это обидно. Ну, в принципе, один квест только мы сделали. Но там из-за стелса в основном мы тянули время. Плюс... Получается у нас плюс 20, плюс 20, плюс 20. Плюс 60%. Неплохо. По-моему, так. По-моему, три у нас гравировочки, да? Давай. Раз, два, три. И плюс 10 еще. То есть вообще неплохо так, я смотрю. А, теперь нам просто можно туда переместиться, наверное, да? Так, здесь мы исследовали. А переместимся мы сюда. Вот здесь что-то есть. Здесь. Здесь. Ага. Ну, давайте переместимся, что он скажет нам. А то мы так будем бегать очень долго. Ну, сейчас мы ослабили влияние в одной местности. А их четыре. Их четыре! Ну, как долго грузится. Как обычно. А, где он? А, вон, там же. Что, тут ничего нету? Так, мне интересно. Опа. Ага, ничего нету. Это я забираю. Хоть и помаленечку, но нам этого достаточно. У нас было столько денег, вообще не знаю откуда, блин, понатырили. Ну давай, расскажи что-нибудь. Адонис. Что скажешь? Я на шаг ближе к своей любимой. На шаг. Неплохое начало. Из четырех. Твоя любимая. Кто она? Прекраснее ее нет ни в одном из миров. Глядя на нее, я забываю всех остальных. Возможно, ты слышал о ней. Афродита. Оу. Извини, Афра кто? Очень смешно. Последний, кто навлек на себя ее гнев, превратился в свинью. Ладно, что дальше? Не здесь. Приходи в мой лагерь в руины Иопета. Подожди. В Элизии повсюду смотрители и факелы Гипноса. Если мы хотим ослабить Персефону, их нужно уничтожить. Нам пригодится любая помощь. Я понял.
Короче, всех четверых надо мочить, да? Пора встретиться со знаменитой Персефоной. А, в смысле пора. А, взято несколько. Ну-ка. А... Ой, новая награда будет. Хорош. И ту... Ой, тут... Пусть отправится к Аиду. Ослабься, давай спешим. Ослабься, ага. А, с Гекатой. А, если верить Гермесу, единственный способ добиться успеха в Элизии и провести хорошее впечатление Персионова, правительство этого мира. От этой встречи может многое зависеть. Что-то давайте сходим, а что? Ну, я бы ослабил, но... Нам так далеко, да? А куда нам? Ой, а нам реально далеко. Ну, тогда надо плыть просто. Да. А, ну, возле лодочки. Ништяк. В принципе, нам лодка-то и нужна. Допустим, вот я сейчас ослабил. Но не сильно. Так, плывем прямо и направо потом. Ну, поехали. Давай, ускоряйся. 1500, ну, далековато, но... Думаю, доберемся. И что там будет, непонятно. Если будет прям, ну, драка и на этом все, ну, будет обидно очень. Я сейчас не понимаю, то есть мне надо и всех уничтожить, и я могу сейчас уничтожить Персефону или что? Ой. Можно было чуть-чуть поглубже сделать, чтобы она спокойно проплывала. Приют Феррари. Воу, тут нормально сделали. Там, видать, накосячили. Так, ну это центральная область, откуда мы все начали. Ой, прикольно. Это планета, типа, или это просто так, сгусток чего-то? Ну, направо, наверное, нам. Скорее всего. Так, ну, Акрополь это вон то все здоровое здание. Давай, давай, поворачивай, не выпендривайся. Так, тут мы, наверное, можем получить навык, что мы, наверное, и сделаем сейчас, да. Давайте-ка мы заберем. Наверняка есть охрана. Да и фиг на эту охрану. Блин, да ты, Алексус, да ты серьезно, что ли? Ты что, в смысле, ты сейчас не вылезешь еще, что ли, или что? Я не понял, ты что, дурак совсем? В чем проблема? Так. У нас заряда нет, да, плохо. Ну, поехали. Ладно, будем так. Ну, плюс 10% урона от всех способностей у нас есть. Ой, прям почти сносит. Молодец, Икар, спасибо. Ну, в принципе, неплохо. Плюс 10 урона уже намного больше получают они. Плюс мы прокачаны. Так, а один там не очухался, да? Персефона будет зла. Так, да, вот одна очко способности за каждый уничтоженный. Так, огонек. Ну, я не понимаю. Блин, там же сокровище было. Блин, Алексей, ты меня сейчас раздражаешь. Вот, ну, в смысле... Ладно, в пене это сокровище, в принципе, там ничего больше нам не надо. Поехали.
Что-то мне кажется, что да, мы сейчас убьем Персефону, и на этом как бы тут все. Вау. Вау. А ты кто, дядя? Стой. Мы такого знаем. Давай, поехали. Да только в прошлый раз мы его очень долго били. И все. Ты, блин, прости, олень. Я. Если бы я знал, что так мало за тебя дадут, я бы тебя не убивал. Святилище жеребцов. Ну, давайте, допустим. И никто не задается вопросом, почему он на таком скакуне. Давай. Как у него не припекает вопрос. Ну, поехали. Акрополь Персефоны. Так, ты здесь же наверху, естественно, да? Молодец, хороший мальчик. У меня тоже есть огонек, ребят. Не знаю, насколько быстрее, на самом деле. Но. Будет лучше так. Блин, он бы еще не поворачивался за мышкой, неудобно. Такое себе удовольствие, что он за мышкой поворачивается. Ну, вот я же говорил. А, в смысле? Я понял. Так, а тут на меня не нападают. Уже неплохо. Чё, пролез, жирная задница? Давай, иди сюда. Догоняй. Мы с Ферсефасы. Как-то так. Блин, мне кажется, сейчас будет драка просто. А если будет драка, это будет обидно. Ну, давайте посмотрим. Ну, приветики. Наконец-то мне удалось рассмотреть тебя. Понятно, почему моя стража не справилась. Ну... Они сражались достойно. Смертные редко встречают таких противников, как они. Видно, ты особенный. Спасибо, царица. В моем царстве меня зовут просто Персефоной. Условности для скучных, так ведь говорят? Так Элизий принадлежит тебе? Я была груба при первой встрече. Неудивительно, что ты не знаешь. Прошу простить. Цер подтвердит. Обычно кусается он, а не я. Цер? Цербер? Он тоже просит простить меня. Как тебя зовут? Начнем сначала. И в этот раз как подобает. А, ну, прости. Все в порядке. Меня зовут Алексиус. Что ж, позволь приветствовать тебя, Алексиус. Я расскажу тебе о местных обычаях. Этот мир мой. Я знаю здесь каждый цветок, каждое лицо. Я поселила их здесь, но кое-кого тут быть не должно. То есть меня? Нет. В Элизии рыскает зверь, принадлежащий Аиду. Узнай он, что его жена украла одного из бессмертных скакунов, быть беде. Но я ни при чем. Я бы не подошла к этим тварям, ведь это они привезли меня сюда. Меня хотят оклеветать. Коня здесь быть не должно. Ага. Аиду? Вы не слишком счастливы вместе? Он пытался сблизиться со мной, разумеется. Но чего можно ожидать от пленницы? Любви? Это лишь легенда. Думаешь, тебя хотят оклеветать? Маловероятно, что эта тварь попала сюда сама.
Я должна помнить, Элизий принадлежит мне, а не всем остальным. Я попытаюсь найти коня. Можешь описать его? Поверь, ты сразу узнаешь его. Зверь не только бессмертен, он вселяет ужас в сердца. Я не боюсь коней. Где его видели в последний раз? Крики доносились из Асфаделевого сада. Он там, пугает людей. Отведи его к всаднику с мыса Артемисион. Он отправит коня обратно в кошмар, из которого тот прискакал. Угу. Так. А ее, то есть, все равно надо будет убить, я так понимаю, да? Так, ну, в принципе... Козел. В принципе, наверное, на этом закончим. Я так думаю, в следующей серии мы будем ослаблять все остальные области. То есть мы пробежимся прям по всем, по всех это поубиваем. Потому что, мне кажется, ее мы все равно должны будем убить. Но не факт, не знаю. Ну, в принципе, на сегодня все. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока!